сроки ожидания пациентами приема узких специалистов обсудили на еженедельном совещании губернатора Андрея Воробьева с правительством и руководителями округов. В начале сентября в листах ожидания в медучреждениях региона находилось около 3000 человек. Одно из направлений работы по сокращению очереди – организация телемедицинских консультаций с участием специалистов областной больницы «Маяки». В условиях пандемии они позволяют уменьшить число очных встреч, кроме того, доступны жителям отдаленных регионов.